Всем привет, я Адонис, и мы продолжаем проходить пятую GTA в версии Redux. Находимся мы сейчас в теле нашего нига-кореша Франклина, который у себя дома наблюдает за своей тетей. Не очень-то у него получаются эти упражнения. Ну да ладно, займемся миссиями. Что у нас там по расписанию? Написано, какая-то миссия есть за Франклина. На карте что-то нету. Так, ну ладно, значит, надо переключиться за Майкла. Интересно, чем он там сейчас занят? Вечерком-то. Не быстро грузится. Заразка. I promise, I was at the movies. I must have thrown out my ticket. I am tired of your bullshit, Michael. Tired. Да, непростые отношения у Майкла со своими, в первую очередь, женой, ну и с детьми тоже непросто. Лестер, у Бак Старс есть склад в порту Лос-Сантос, а там несколько фургонов, много охраны. Готовься к бою или приберись незаметно. Ага, у нас идет подготовка к граблению. Можно жизнь восполнить. Собирайте снаряжение, необходимое для ограбления. Выполняй подготовительные задания. Six more of these and I'll be comatose enough to sleep with you. Да. Так, ну что, берем свою точилу, которой тут почему-то нету. Что у нас в гараже стоит? В гараже пусто. Так, а вон, машина там на выходе должна быть. Наш раскрасивейший Майбах. Вот ты, прелесть моя. Боже мой, как там в Майбахе так можно перелезть? Уже сплошная эта консоль вся идет. Кстати, подсветку, я только сейчас обратил внимание, сделали. Круто. В салоне подсветочка у машины голубенькая. Она, кстати, в реальной машине меняется. Там любые цвета можно устанавливать. Крутяк. Так, отправляемся на миссию. Вот она у нас. В порту находится организация ограбления HS. Что-то нам там надо будет угнать. То ли лодку, то ли машину какую-то. Ладно, увидим на месте. А вот GTA 5, кстати, в отличие от Ведьмака, игра, которая прекрасна в первую очередь вечером, ночью. Особенно, когда дождь идет. Ночной дождь тут просто прекрасен. Играя за Майкла особо отвлекаться не стоит, у него нет сверхспособности за рулем, которая позволяет предотвратить любые столкновения. Вообще, конечно, большая очень территория в пятой GTA. Даже по городу, чтобы доехать из одной точки в другую, приходится потратить так порядочно время. А кроме города, тут еще есть сельская, так сказать, местность. Карта действительно гигантская. Хотя, если сравнить с GTA San Andreas, она, наверное, все-таки поменьше. Но я могу ошибаться. Вроде там было еще больше.
чудом избежал столкновения. Интересно, у оригинального Майбаха привод полный или задний? Скорее всего, полный уже. Гоните и перегоните в нужное место фургон Бакстарс. So, tell me again, how are we gonna work this? We go door to door. Knock knock, free bed bug inspection. But what if there ain't an infestation? I make sure there's an infestation. Так, блин, убить нам этих чуваков. Roaches, silverfish, bed bugs. Can I help you with something? Yeah, I got a class A bug problem. Long overdue. Our booking office is in the city. I'm afraid I can't help you here. You guys hear that? I wish I could help you. Toxic chemicals. It's not safe for you here. If you got bugs, call Bugstar. Глушителя у нас нету. Не, так заметят. Да попробовать на машине туда ворваться. Move along, please. You can... I'm sorry, but you can't be... Forgive me! We got a crate! Так, делаем. This asshole's taking a van! Call the cops! This guy's getting in a van! Call 911! Две звезды, ну не так много. Блин, и там копы. Так, теперь налево. Так, вроде вырвались. Разобраться в этих всех разъездах. Все. Сбежали. Вроде бы сюда. А нет. Нам надо в этом же районе. На мост не надо заезжать. Интересно, почему им понадобился именно Бакстарс фургон? А, они этим ядом будут травить людей. Неужели этот яд подойдет? Я думаю, там специфический газ будет использоваться. Машинка тяжеленькая, но подрифтовать тоже можно. Если осторожно. Ай-яй-яй, чуть-чуть не рассчитал.
Так-то мы на нашу базу приехали. Швейная мастерская. Прямо тут и хранить будем машину. Так, сохранение. Хитрый жук. А, можно было, значит, как-то по-хитрому украсть. Ладно, ладно. All right, Lester, we got a pest control van. Good. I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but two shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. All right. I'll see if I can jump one. А нет, а газ они все-таки будут использовать специфический, специальный усыпляющий. Так, а машинки тут нашей нету. Придется кого-то тормозить. Некоторое снаряжение, которое необходимо для ограбления, время от времени перевозят по городу. Если перехватить такой груз, начнется подготовительное задание. Ага. Так, вот эту машинку возьмем. Будем надеяться на бессигнализации. А это, кстати, замененная машина, Бьюик. Качественная моделька. Таких машин вообще в GTA много. Я не знаток таких классических американцев, поэтому и не понял бы, что это настоящая машина, а не оригинальная. Как ее носит? Обалдеть. Очень своеобразно машина управляется. Подвеска такая мягкая. Такая чисто американская. Как там в Топ Гире говорили, идеальная машина, идеальная американская машина — это диван на колесах. Вот это из той серии. Ох, как жесть. Боже мой, что она вытворяет. I see some bad drivers, but you. Так, надо украсть фургон Humane. Расстреляйте двери фургона или... Не, проще, я думаю, машину будет украсть. С оружием? Серьезно, мужик. Апс. Это ж эти самые устройства бесперебойного питания. Вроде как. Бэкапс. Так, все, погоня закончилась, осталось от розыска убежать. Прикольно. Рекламный щит, как будто дятел сбил. Ставьте фургон на швейной фабрике. Будет сделано. Блин, какие широкие эти хаммеры. Обалдеть. Скорее всего, H1 хаммеры.
Потому что H2, H3, они уже были не полноценными военными машинами-то. Не на базе полноценных военных машин сделаны были, а на базе каких-то... Прикольно. На базе каких-то Chevrolet, если я не ошибаюсь. Вроде Chevrolet Trailblazer. Ну, то есть, только внешне это были такие монстры. А в душе это были обычные паркетники, ну, может, джипы. А вот первый Хаммер, это такой монстр был настоящий. Тяжеленный, который жрал литрами, по чуть ли там не по 100 литров на 100 километров. Может, я утрирую? Но все равно много. Так, а тот фургончик уже схвали куда-то. Эй, Лест! I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Спокойной ночи, газ. Now we all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple, elegant. Listen to Lester, pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. If things go bad, you know the drill. This wasn't organized. We don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not going to be an issue because everything's going to go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem. But you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael. He makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Frank, you're with me. Paige, you're in the truck with the bikes. Norman, Kareem, you've got the van with Bugstar on the side of it. Так, наше первое настоящее дело. See you on Little Portolo, people. Initials only from here on out. Так, надо метку убрать с карты, а то она маячит. Your mama is a slut. All right, you got it down? I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Yeah, okay. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. Look, man, if you nervous about being back at work, you sure don't show it. Not so much being back at work, but the people I'm back at work with. Present company accepted. This crew? Are they? Yeah, pretty low rent. I shelled out for a good hacker, so we should have some time inside the store. But... The guy I'm in there with ain't dependable, and the guy in charge of the getaway, he ain't either. Чем чаще вы используете членов банды в операциях, тем выше уровень их навыка, их гонорары при этом не повышаются. Может, был смысл взять того хакера слабого? Ну, да ладно. All right, this is it up there. There's a way through the site up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. Там Lamborghini стоит. All right, when the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. I got it. Так, мы в теле Франклина. Повторим маршрут, который мы уже делали за мной. Excuse me! Exterminator! Hey, there ain't no one around. That suits us. Come on, get up to the roof. Thank you.
Get your ass out of here. Almost there. We're in position, waiting on your signal. Just gotta get where I can throw this. Hey, I saw you had some grenades on you. Don't throw them instead of the gas bombs. I think I can tell the difference. Hey, kid, something go wrong? Hold on. I got an angle. Не самый меткий бросатель гранат. Как их поменять? Газ Бизет. Get in here. Man, it wasn't enough on that one. Попал, не? Hey. That was it. They going out. Ой, славно. Well, I love her a lot. I wasn't thinking it was... Well, think about it like this. I mean, I always say that... I told them to fix that goddamn AC! What's going on? Let's go. Go, 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 go! Following your lead. Сначала центральную консоль отчаян. 90 минуты. All right, that's why we pay you what we do. Hey, we got more than enough time to clean these people out. Let's do it. 120 remaining. It don't matter if we lose some, right? Keep it up. Get in there, shit. A minute left. Hey, can you get your shit together and stop dropping loot? Screw these rich pricks. Screw this, man. 50 seconds. Hey, we hit our target. Let's see how high we can go. Keep moving. This crack's slippery. 40 seconds. Так, все, yeah, вычислили. Baby, we got it all. Let's go, let's go. Yo, show for the last time. Move it. Man, get the fuck out my face. Oh. You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Go. Let's go. Come on. О, мы за Францию. Kareem, you the driver? Shit, where we going? I can do with some damn warnings before we turn. Ладно, бывает. Так, переиграть задание, повторить. Глупая ошибка была. Как-то я цеплянулся там. It's go time! Stick to me, people! Here we go! I could do with some directions, Kareem! If there's a turn coming up, you gotta tell us, man! No. Странно. Don't leave me here. Come back.
you going? Regroup! You're back! Okay. I don't know where to go. You gotta hold on. You know you've been employed as a driver. And you're supposed to know where you're going. I'll figure it out. Let's try this way. You better be right. If I'd known about the mud, I might have chose a different bike. Hey, these sports bikes ain't handling the mud. You should have got some scramblers, man. You asked for bikes. I got fast bikes. No one said scramblers. А я ей могла притормозить там. I hope I'm guessing right. Вообще круто, миссия сделана, очень интересно, эти все проезды по кишкам города. Где там журнальное отверстие? Так, let's do this. Lester's waiting for us at the lockup. Машины, так эту машину ж видели. Хоть и грабление, члены банды совершенствуют свои навыки. С каждым новым граблением члены вашей банды набирают опыт. Но эту же машину видели. Настолько копов разбило. Oh, man, I thought I was gonna be stuck to that bike. Yeah, I thought you were gonna be stuck under a cop car. There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh, man. Oh, yeah, we did it, baby. We did it. Fuck. You guys gotta join my herd. I won't say it went off without a hitch, but it went off. Come on, nothing to see here. Ну ладно, первое дело мы сделали. Дальше будет легче. All right, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh man, we're back in action. Да, Майкл такой счастливый. Сразу видно, у него требовалось это. Он настоящий такой бандит. Обычная жизнь не для него. Так, результаты. 67%. Перезапуск был. Быстрый захват не получился.
добычи 4,5 миллиона, 2,5 из них откуп Мадрас. О, сразу откупились. Я думал, там куча миссий надо будет пройти, чтобы подкупиться. Еще с Наваром. I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Новый контакт Лестер. Майкл, встречаемся у меня. Деньги скоро поступят на твой счет. Только сначала Лестер должен их отмыть. Абонент занят. Кому мы еще можем позвонить? Hello, I am busy changing the world right now, so hit me up later. Here comes the beep. Yo, what's up? If they put one more deals in dollar store in South LS, I'm gonna bite somebody. Do the words mom and pop not mean anything today? She is 100% silicone. Let's hear it for the stunning peach. Вот она, наша малышка. Dodge Charger. Так, ну чё, к Майклу отправимся? Нет смысла терять время. Так, а сколько у нас денег на счету сейчас? 382 тысячи. Но это еще не считает те деньги, которые поступят. Нация. Автоматическая винтовка доступна широкой цветовой гамме. Кроме того, в продаже имеются следующие дополнительные приспособления. Магазины по... Сейчас мы это не увидим. Ну, я думаю, у нас так достаточно оружия. Вот Харом и Майкл. Гараж нельзя. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. What about Trevor? If that fruitcake realizes, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Don't worry about Trevor. Trevor's dead. He's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that.
And this other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny! Don't do it! Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny! I told him, Trevor! I told him! We all get high! We all get high! But that don't leave make it right! Johnny! Leave it! The crystal has got us, babe, but that don't make it right. Don't make nothing right! Not what you done with me! I'm telling Johnny, leave it! I ain't leaving nothing! Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I just... I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck! The wheels are in motion. We gotta reach out to the rest of them. Да, мжей, знакомимся мы с новым третьим персонажем, Тревором. Это сумасшедший безумец, который не знает тормозов. А тот чувак, которого он убил, кстати, персонаж из дополнения для GTA 4 про байкеров. Уделан его мощно. Но тот тоже чувак молодец. Тут Тревор его тёлку отымел. Он спокойненько так подходит, не набросился на него, еще говорит с ним. Wait. Жесть. This ghost I saw. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't. Find him, Wade. Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert, and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting, I was just saying we should kill her. You called her a bitch! Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. Проникаемся мы с сельской атмосферой, реднековской, американской. Перенеслись из города, с подобия Лос-Анджелеса, в такую дикую глушь. Картинка тут даже еще, наверное, красивше. We're going up to that farm on the right? That's where they're meant to be. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that?
Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! Байкеры какие-то ссыкуны все. Follow the van back to the rest of them. Then the lost MC are out of this region for good. Стояли там с дробовиками. Пристрелили бы его, и все. We'll go faster if you jump overboard, friend. Gaga! Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are! I thought you was letting them go to the others! You need some seatbelts back here! Who makes a sense? Hide work! Or straps or something! I only keep things in the back, I don't mind losing. Oh! Alrighty, Ruth! Now we just sit on this guy till he gets to them! Hold off till we get there, right? The van won't get there if we shoot it too much. Yes. Maybe you should hold off shooting the van. Aren't we meant to be letting the van run? I can't see us taking out all the bikers this though, boss. I mean, there'll be some by that airstrip, and some over, you know, by that... If not today, their time will soon be upon them. If we go off the side on the left there, we should make it across. Sure. Once you know, you could drop me and Wade at the trailer. Maybe bring Chef to finish them. We do this now, Ron, all of us. Ow. Where we go? Come on. Ow. Ow. Right on top of them. Here. Where are your boys at? That's it. Lead us back. Oh, look, look, they're pulling up. You did it, Trevor. They're stopping. Hold the perimeter, fuckwits. Daddy's going to work. Так, что за способность? Время замедляет. Тревор получает значительно меньше урона и наносит больше урона. Боевиком нам надо поближе ко всем подходить. Так, кто там лупит? Don't worry, there's plenty of me to go around.
Жесть, жесть. Один чувак убил армию. Это, наверное, они сматываются. Попробуем догнать. Эй, ладно, пускай убегает. Just step in, anytime. Вообще интересно, то мы разбили базу The Lost персонажей, которым была посвящена целая глава в предыдущей части. А чё этот чувак не сел к нам? Вот прелесть сельской местности. Ни одного полицейского. Don't be nervous, nervous, Ron. He'll be fine with the takeover. Takeover? Trevor! We don't need to. Now the bikers are gone. It's just us, the Aztecas, and the O'Neills. The market's big enough. This Chinese contact's gonna buy crystal fast as we can cook it. You just gotta meet him at the inn and... Yeah. Fine, okay. We're nearly there. Конкурентов уничтожаем. Soggy friend, you are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true. Trevor! Ooh, that feels better. You sure mean business, Keith. Да, он умеет делать бизнес. We can go now. Right? Мужик из 90-х. I don't know what these naysayers are talking about. Look at me. I'm cranked on speed most of the time, but I'm productivity personified. You sure achieved a lot today. It was time to put my affairs in order. You going somewhere? As soon as I find that specter on the TV, Michael Townley. He's your buddy you said got shot, right? You guys used to run together. Yeah, that's him. My best pal. I thought he was dead. You're catching on fast. Yeah, the fucking ghost I've been talking about. He's alive? He's walking, and he's talking. He's sticking up joints, so I guess, yeah, that makes him alive, don't it? And how you know it's him? It's his M.O., and it's the same corny shit he was spewing 10 years back. This could be a trap, Trevor. What if someone wants you to think he's alive? I was fooled when I thought he was dead. I ain't fooled now.
Michael Townley lives and breathes. He's in Los Santos, and he's got some explaining to do. They could be trying to draw you out into the open. That's a conspiracy theory too far, even for you, Ronald. Really? Well, anyway, it seems like a shame for you to be going just as TP Industries is finding its feet. I'll do what I can to put the business on its path before I depart. The company needs you, boss. You'll do fine in my absence. I don't know what this Michael Townley's got that you can't find in the Alamo Sea. What he's got is answers. Get out of the car, Ron. Any time to think. Run! Бедный Рон. Как в психушке находится с этим Тревором. Каждый день на грани смерти. Это убежище Тревора. Чтобы сохранить игру, поспите в кровати. Если хотите переодеться, подойдите к гардеробу. Тревор и переодеваться? Да ну. Пройдитесь по трейлеру и найдите, чем там можно заняться. А, там много всего интересного. Отлить, например, можно. Выполнено. Мистер Филлипс, 70%. Выстрелы в голову мало. Время долго. Никто не выжил. Остались живые. Ну, мне неохота было за всеми бежать. Теперь вы можете зайти в тату-салоны. Обращайтесь в салон, если вы хотите набить себе новую тату. Speak! You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Жесть, у него все руки, все тело в каких-то рытвинах. Реально сумасшедший такой чувак. Жесть. По идее, таким и должен быть персонаж GTA, чтобы вытворять все то, что вытворяют игроки, играя в GTA. Гонки по бездорожью. Примите участие в одних из самых захватывающих гонок по бездорожью в стране. Приезжайте в своем транспорте, транспортном средстве и опробуйте его на труднопроходимых участках. Жмите Е, чтобы выпить пиво. Пипвассер. Больно. Нажмите Е, чтобы выпить еще пиво. Интересно, тут нажраться можно в хламину? Чувствую, Тревору надо бутылок 10. Каких 10? 20. Чтоб чуть почувствовать алкогольное опьянение. Каждый раз праздно открывает. Уже камера качается. Уже хреновенько стало. Это сколько он выпил? Это третья была бутылка или четвертая? Что-то слабоват, мужик. Если это не крепленная большая кружка какая-нибудь, то слабовато. Ничего, пьем до последнего. О, не идет уже. Один глоток все сделал. Он уже не пьет почти. Все, больше нельзя.
обстановка прямо как в общагах наших училищ студентов. Так, у Тревора цвет оранжевый. Машинка у него, конечно, классная. Камис Батхи, вездеход. Ян ездит. Круто. Сам поворачивает. Ай, жесть! Так, ну ладно, на этом серия заканчивается. До встречи.